Всем здравствуйте, с вами Спидрелокс, и сегодня я начинаю проходить новую игру, ну как сказать, новую, под названием Portal. Да, я, конечно, правда, запоздал с прохождением, ну, понимаете, я хотел пройти с своими друзьями, но было большое количество багов, поэтому я буду проходить ее один. Ну что ж, я предлагаю начинать. Что ж еще делать? Потому что все-таки это игра на сурсе, а я поставил себе цель пройти все хотя бы игры, доступные в Стиме на этом движке. Я решил подключить, попробовать геймпад, посмотреть вообще, как оно там все на нем играется. Поэтому я буду... Что? О, здесь так можно вертеть. Прикольно. А, вот. Так, я сейчас появился в какой-то камере. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Блин. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon de falar, muchas gracias de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. Да я уж подготовился. Так, ну ладно, пока она говорила, я изучал сейчас управление. Ну, примерно я как-то понял, что вообще от меня хотят. Я только не понимал пока что, как бегать. Так, ну ладно. Так, ну эта головоломка самая легкая. Я, кстати, еще пробовал... Я еще пробовал через Гаррис Мод с своими друзьями поиграть, но через Гаррис Мод тоже не получилось, были баги. Я не понимаю, почему. Наверное, в реальном времени нету поддержки вообще у этой игры, и она просто ломается. Так, вот это я все тоже проходил через ноуклип, правда... Так, надеюсь, меня нормально слышно. Пока что порталы вообще все за меня открывают. А, погодите, а как я выйду? А, то есть я как-то... Что? А как мне этот куб достать? Мне... А, то есть оно само... Ну да, пока что вообще язычные головоломки будут, не знаю, что будет дальше. А, это через время работает. То есть не сразу. Ну-ка я, пожалуй, себя как-то потише сделаю. Так, ну и теперь ждем, когда откроется вот здесь портал, чтобы я смог войти. А, не-не-не-не-не, вот сюда. О, как я вовремя. Ну, открой мне портал, я и покину. Ага. Ага, вот все. Все, я успешно покидаю. А как бежать-то? Или пока что я не могу. Кстати, такая быстрая смена карт просто происходит. А, погодите. Нет, вот сейчас она сменится, по-моему. Да? Ага. Ну, загрузка очень быстрая, я ее даже вырезать не буду. Ну, это, наверное, пока что такая быстрая. Понятно. Так, ну теперь мне нужно как-то... Вот сейчас я получу доступ к этой портальной пушке. Что-то какая-то девка нудная, что она так озвучивает? Во второй части, когда мы с вами проходили кооп, там как-то она по-другому говорила. Что-то как-то интересно было, посмешнее. Ну, может, это пока что начало. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично.
лично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Да ладно. Следуйте в изоляционную камеру. Не упади. Не упади. И все, она... Ее кто-то заткнул, как я понял. Ну да, я тоже так бы сделал. Так, здесь, значит, мы делаем вот так. Все, я понял. Пока что только синяя доступна. Интересно, какой будет оранжевый? День открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов. Удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Среднее время прохождения, если что, этой игры час где-то. А второй будет 2 часа. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете добро. Успехи. Ну, спасибо большое за поддержку. Ага. Так, ну пока что 5 легко. Потом это вот... Вот так. Потом, значит, вот сюда вот. И положить вот сюда, да? Да. Извините, пока что мои кривые руки не прер... ну, не очень хорошо пока что справляются с геймпадом, но я думаю, это поправимо. Наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи. Никто не придет ко мне на помощь. Беда. Ага, это уже 5 уровень из 19. Хорошо. Ну, то есть я уж почти половину прошел. Точнее, я уж прошел больше четверти. Так. Значит, здесь вот так он падает. И нужно опустить. А какую кнопку он опускает? Господи, нужно вот так прыгнуть. Все. Че она меня вытолкнула? Я и куб тоже вытолкнул. Так, теперь мы ставим вот сюда, чтобы опустить. Все, я понял, смотрите-ка. Так, делаем вот так, выползаем. Смотрите, вот здесь ставим. Так, опачки, все. 5-й уровень пройден. Да. ГГ. Чувствую, я уже скоро всю игру прошу. Наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. То есть мне, получается, нужно все воспринимать наоборот. Ух, вот это да. И вот с каждым разом я заметил, загрузка становится все дольше и дольше. Вот так. Так. Ага, здесь уже вот такие, которые комбайн пускают, эти штуки, не помню, как они называются. Экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры. Могут привести и регулярно приводят к таким невосполненным увечьям, как полная аннигиляция. Соблюдайте осторожность. Так, значит, нужно как-то... А что со мной будет вообще? Нужно, значит, как-то поставить... Что тут думать-то? Невероятно. Может вами гордиться. Да, может. Так, а как председатель уже... вот все вспомнил. Вообще пока что очень легко. Но, правда, мне приходится думать все дольше и дольше. Но это просто... У меня мозг такой с задержкой. Так, здесь уже... Требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнализация отключена из соображений безопасности. Хорошо, но мне вообще насрать, я как бы играю, чтобы просто подумать башкой туда попасть. Так что ты мне можешь ничего не объяснять.
Но только если как правильно играть. Я думаю, что нужно как-то вот сюда здесь поставить. А, оно летит. А, господи. Так, нужно целиться. Фух. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры. А, ну так, типа. А, оно меня не убило? Опачки. Так, это был, получается, уже по счету 7 уровень из 19. Или может это потом будет какой-то. Не знаю. А вот здесь загрузка что-то была очень прям быстрой. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке Да, но это мы уже смотрим, «Неудовлетворительно» на проходили. вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Ага. Здесь еще, точнее, здесь опять легко, здесь нужно попасть вот так вот в тайминг. А, не-не-не. Вот так. Ага, теперь оно. Ага, и вот сюда. Все. Ой. А, нет, не все. А. Вот сюда нужно поставить портал. Не, нужно, получается, поставить вот сюда, потом вот сюда. И ждать, когда вот эта штука приедет. Ну и все, нет. Ага. Что-то она как-то очень медленно едет. Да, они у меня прям очень яркие. Я прям вообще. Такая динамика. Ага. С сожалением сообщаем, что следующее испытание непроходимо. В Даже не смысле? пытайтесь искать решение. Так, здесь, получается, пропадают порталы, да? То есть я как бы делаю вот так. Да. А как оно как бы непроходимо, если... А здесь... Экспериментальный центр приносит вам свои извинения за неисправность камеры испытания. А как мне тогда ее про... пройти? Ну, я уже понял как. Да мне насрать уже, я как-то прошел вашу невозможную эту. А, они же говорили, что они типа брать будут. Все, я вспомнил, точнее она. Да, какая-то вообще. Я просто наедине с этой, с Гладос и все. Это же Гладос, да, то просто очень прям разный голос у них. Ну, по сравнению со второй частью. Еще раз повторяем предупреждение. Для успешного кинетического. Ага. Так, что здесь? Да. А, ну то есть нужно просто вот так вот прыгнуть. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела. А именно Ох, какие умные никак. слова. В смысле? А, понятно. Так, я думаю, нужно ее как-то повыше поставить вот здесь. Надеюсь, она обратно не уползет. Давай. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. А, Говорите с меня коменданта, что быстро заскамили, влетает, да? то быстро и вылетает. Во, все, теперь я попал. Мне кажется, я просто за один выпуск весь портал смогу пройти. Жесть. Экспериментальный центр гарантирует
А, вот она и началась, да? А, я, кажется, понял, вот это один из 19, это один из секторов, да? Или это типа вся игра, я так до конца и не понял. О! Так, мне сказали, что меня что-то убьет, и нужно постараться этого избежать. Так, теперь ждать чего? Так. Ага, ну здесь значит на время, да? А, я понял, ну значит сюда вот так стреляет, и я вот здесь ставлю вот этот. Угу. А, ну да. Так, а что дальше мне делать? А, то есть здесь вот этот шар. Так, ну он куда-то... А, нужно, чтобы он встал вот сюда. А. А, что? Все? А, это мне что? Это мне просто повезло, да? А вот это, да. Ага. Так, теперь мне нужно как-то попасть сюда. А. Давай. Да, я успел. Ну что ж, теперь я получу портальную пушку оранжевую. Ура. Да. Все, теперь я лабораторная крыса. Так, все. Да, уже сложнее становится для меня. Так, уже 12 из 19. А, что здесь? Угу. Смотрите-ка, вот... Вот так. Во, все, прям я долетел вообще. Круто. Так, и теперь нужно поставить оранжевый вот сюда. А, я перепутал порталы, но ничего страшного. Ох, вот это сейчас мощно было. Я аж как-то уже умудрился нажать на кнопку. А... И как мне сюда попасть? А-а-а. Понятно. О, все, я попал. Да, некоторые вещи все-таки сложно мне делать с геймпадом. Например, вот на странном этом соске камерой. Вертеть. Ага, теперь я должен попасть сюда. Все, круто. Я смог. Сейчас, получается, будет уже 13 уровень. Я пока что играю только 25 минут. Если это вся игра, то это очень мало. Уже сколько, получается, осталось? 6 заданий. Ладно, это 7.
испытания. Если от жажды у вас закружится голова, смело падайте в обморок. Вам ведут руку и вернут вас в чувство с помощью адреналина и касторовой мази. А, реально? То есть... Или... А, наверное, это шутка какая-то. Потому что, ну вы чё, какая система голода? Воу, здесь уже настоящее испытание, сложное. Чё здесь, как... Ага, вот здесь вот сюда, значит, нужно... Да что, сука, странный соски. Это вот так. И вот сюда. Изи, изи просто вообще. Так, потом вот так. Ага. Так, чё дальше, чё дальше? А, ой, вот. Угу. А, и это нужно, получается, поставить вот сюда. Ну, это мы, короче, делаем вот так. А. Во, всё. А, не, кое всё ещё. Сейчас... Что? А, здесь кнопка была. А, теперь вот сюда нужно поставить куб. А где его взять? А, нигде. Можно просто сделать это вот так. Все. Согласно уже упомянутому протоколу тестирования, с этого момента и далее мы не имеем права произносить ложь. А, теперь уже не имеете. Мы будем по вам скучать. Угу, конечно. Так, уже 14-й. Не, я все-таки думаю, что это один сектор. Из там 3 или 5. Намеревающиеся посвятить себя технологии порталов с высоким уровнем гамма-излучения должны осознавать... Сука, нельзя. ...не могут быть подвергнуты проверке на соответствие данной работе. Проверка на соответствие не требуется и не будет произведена. Вы идеальный объект исследования. О, господи. Меня наскоро в кошмарах, я думаю, будет сниться это Гладис из первого портал. С таким голосом. Так, мне нужно, получается, как-то взять этот куб. А чтобы его взять... А, не, нужно, получается, вот так поставить здесь портал и вот так прыгнуть. И вот так. А в какой стороне... Вот, всё. А как... Ага, все, я понял. И теперь вот сюда нужно поставить на эту кнопку куб, и что-то сделается. А, открылось вот это. Так, что здесь? А, здесь вот такой паркур. Точно, еще ж можно вот так крутиться. Такс. Я только вообще не понимаю, зачем это нужно. А-а-а. Блин. Фух, я ж подумал, что я опоздаю. Какой цвет я использовал? А какой я использовал цвет, я не помню. Все. Залетай обратно. Сейчас мы тебя сделаем вот так. Письма неплохо. Да, да. В центральном зале активирован призовой лифт. Давай, поднимайся уже. Так, а какую кнопку приседать? Я что-то... Ага, все на 3, все, я вспомнил. Может, на геймпаде как-то удобно распрыжки какие-нибудь делать, я не знаю. Ну, вдруг. Ох, уже 15-е. А, здесь можно ставить? Ну, всё. О, господи.
Как здесь много всяких элементов. Так, здесь это понятно. Здесь нужно поставить как-то... А что? Блять. Кажется, нужно сделать как-то вот так. Так, смотрите, теперь оно циклично. Блядь. О, не сгорает же, не сгорает. Это куда? Так, все. Ага, теперь оно вот здесь. Потом ставим вот это и вот. Все. Так, чё... вот все. Так, на вид как-то очень сложно было, но я быстро, ну, для себя додумался, что здесь надо делать вообще. Так, что тут дальше вообще? То есть как-то надо... Можешь, конечно, еще вот сюда сходить. Кстати, что здесь? Не просто так же это создано. Да. Не просто так. Значит, нужно прыгнуть. Вот это, конечно. Так. Ну смотри. Во. Бля. Так, и чё дальше? Теперь нужно как-то... А чё здесь? Здесь выход, да? Здесь этот мостик будет двигаться. Так, ну короче, мы здесь ставим вот так. Оно вот так летит. И теперь мне нужно как-то сделать... Оно потом летит сюда. И полетело в жопу куда-то. Что? Так, и как мне обратно выбраться? Наверное, таким же способом. Да я почти. Да, надо было просто присесть. Так, сейчас попробую без геймпада сделать. То, ну, сами понимаете, минус ручки. Очень сложно мне это все делать. Вот так, потом вот здесь вот так. Ага. Потом вот так. Все. А что здесь за головоломка? Ну еще, значит, вот так поднимает. Опять же таки на время я Чего? Большое, кстати, время дается. Так, а если нажать сразу две? Ну давай. Нет, что с ней стало? Так, все, это бесконечный двигатель. Все, замечательно. Давай. О! Уникальная возможность пожертвовать один или несколько жизненно важных органов
Не-не, я хочу тебя увидеть и уничтожить. Потому что я, кстати, еще ни разу Гладос не видел. Ну, по-моему, на картинках только видел как-то и все. Я просто хочу сам это в игре увидеть. Неужели вот это все 19 уровней, это весь портал? Не может же такого быть. Здесь, кстати, еще какие-то характеристики показываются. Так, заткнись. Смотри, здесь, оказывается, есть... точнее, в этом уровне будут турели. Будет куб, который может мне отбить бошку, получается. Так, ну я знаю уже, что здесь... Не трогай меня. Не трогай меня, а я трону. Фух, какая... А! Нет, она стреляет, я просто подумал, что луч как бы. Нет. Как ее кинуть? Веду, не трогай меня. Ох! Ей, оказывается, понравилось. Ошибка. А, все, она типа мертва. Ну давайте ее куда-нибудь туда сплавим. Все. О, еще одна. Ищет, блядь. А. Почему я присел? Ага. Я не зажимал, честно. Давай, давай, да. О! Так. Ну-ка, она меня... Да, турели, как я понял, они не особо умные. Ой, да не туда. Нет. Так, сейчас посмотрим, что вон там. Что здесь вообще? Вот, я здесь заметил записки. Здесь какая-то, типа, привет, могу ли я тебе помочь? И это, типа, какая-то криповая должна быть пасхалка, наверное, очень страшная. Да? Прям вообще. Ну... Может быть, но я, правда, никакого эмбиента не слышу. Наверное, он должен быть. А вроде бы он и есть. Этот торт есть Али. Понятно. Так, чё дальше? А, вот здесь еще. Куда ты разворачиваешься? Все, все, я взял. Так, теперь вот этот. А, нет, нет. Круто. Так, я думаю, можно поставить вот этот сюда. И вот этот вот. А, все, поставил. И теперь нужно на нее опять сбросить. А, все. А можно мне какое-то сохранение там сделать, я не знаю. Игру сохранить. Все, я сохранил. А. Так, здесь то же самое. Я ж могу вот так сзади просто, типа, встать, как какой-нибудь хитман. Вообще, кто их сюда поставил и для чего? А, меня... Сука, нет, нет, меня стреляют. Кто этот человек? Человек. Я же... Уже какие они, сука, злые, токсичные турели. А, ну я ж могу просто вот так поднимать. А, хуй я там поставлю. Какие планы вообще? Ну, смотрите, я просто... Сейчас посмотрим. Нет, нет, нет. Нужно вот эту как-то. Умирай. Ну, умирай, давай, я жду. А, все, подохло.
перейти вот так. Ок, все. Только не ко мне, пожалуйста. Ага. Ну и все, дальше дело за малым. Если не так забавно говорят, не трогай меня. Что? А как тебя? А-а-а. Лохушка. А, и одну из турелей, значит... А, вот здесь куб. Здесь кубов выпало. Ой, радио. Так вот откуда эта музыка, которая была в Snowdrop Escape. Понятно. Так, ну все, ставим вот сюда. Потом прыгаем вот так. Ура. Я вам не дроид, я вам девушка вообще-то. Для андроидов не миф, а реальное место, в которое ты отправишься при первых признаках неповиновения. То есть, если я буду девиантом, меня туда сплавят. Понятно. Я вообще-то не в Детройт собрался играть, ну точнее сюжет, я думал там не такой. О, смотрите, два уровня осталось уже. Все, я думаю, я пройду. О, любовный куб, она, наверное, что-то про него только что сказала. Ладно. А, понятно. Да, сука, как тебе... Ага. А как... Да вот же бери. О, все. Летит? Все, мой куб, мой щит. Поняли? Что здесь? Можно мне сюда зайти? Ага. А, спасибо большое, я сам не додумался. Так, ладно, я решил отключить геймпад, ну потому что реал зачем? Ну потому что мне как-то нет, вау, потому что мне как-то неудобно с ним играть. Нет. А, где ты? Сука, ладно. А, мне кажется, если в Portal можно было бы нормально сыграть вдвоем, мы бы с Матвеем его прошли минут за 40, я думаю. Так, его, получается, моего друга нужно поставить вот сюда. Ой, в смысле, вот туда, на кнопку. Так, еще одна страшная пасхалка. Ебать, это что? А как приблизить? Не видно нихуя. А, вот это... Оу! Бля, охуительная превьюшка получится. Угу. Да, а чё вообще, кстати, здесь написано? Ага, так. Я должна здесь... Ну, какой-то, короче, кто-то, кому-то очень понравился этот куб. А, точно. Так, ну ставим его сюда, и что здесь? А, в сером сделай. А. Вот это, я подумал, уже не эвклидовая геометрия пошла, это просто стена. Как я понял, убралась. Да, здесь тоже. Когда я что-то... Так, теперь нужно... А, нет. А. А, погодите, или их здесь не было? Что это? Это нужно, чтобы... Чтобы что? Так. Смотрите, куб можно положить как бы вот сюда. А я сам могу встать на вот эту кнопку.
И нужно теперь найти вот эту... О, кстати, здесь что? Я здесь не был. А, там выход. И нужно найти вот эту... Которая стреляет. Вот здесь он. А как я тебя поставлю? Я понял, его кубом нужно как-то вытолкнуть. Господи, это что? Что за жесть? А, или она просто... Давай. Шарик, ты ты сможешь. Это все видео, значит, вот сюда. А. Блин, я вот этого не замечал что-то. Прям вообще. А, это я... Это я отсюда пришел. Все, теперь мне все стало ясно. Где это, ага? Все, потом вот, значит, он сюда влетает, стреляя вон сюда. Вот, точнее, да. Ставим портал вот здесь. Вот так. Все, вот оно, короче, вот так. Сразу прям. Скажи, что еще? Я не знаю, что ты можешь сказать, только об этом умеешь говорить. Да, мне нужно, получается, следовать его немым советам. Ахахах. Так, теперь его нужно как... И вот это вот сюда, вот так вот, потом сюда. Будете, а я же отсюда... А. Я думаю, его мне нужно взять. И... Что? Так, вот один портал ставим вот так. То есть... Я как-то что-то... Запутался чуток. Вот она. Сучка. Все, ставим это вот сюда. Какой же я гений мысли просто. Я так подробно все рассказываю. И ставим вот сюда. В см. Все, это все залупья открылось. Я, правда... Не, знаете, я лучше-ка его возьму, а то знаете. Давай... Да. Так, и получается, это будет предпоследний уровень. А, нет, еще вот это сейчас будет задание. Будет предпоследний уровень. Испытание пройдено. Ваш приятель Куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. Нет. Быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей. Эх, прощай. Самый грустный момент в первом портале. Вы умертвили своего верного приятеля Кубика быстрее. Да, я брата-убийца. Сейчас меня все будут хуесосить, конечно же, за это. Рекорд. Блин, я как-то прослушал. А, вот все, предпоследнее. Экспериментальный центр напоминает вам, что вы торт. Там что? Ага. О, опять... Опять будет очень страшная пасхалочка. Ага, опять радио. И опять этот компьютер со сковородкой, да? Да. На котором хотели что-то... поджарить. Прямо на блоке питания, да? Ой. А.
Так, кстати, что здесь за надписи? СМС смотрит тебя. А, бич, да? Или что это? А, Бен. Дальше здесь не никогда, но сейчас. Трусливость не... Почему здесь русская буква «Д»? Что-то там страха, окей. Может, как-то ачивку можно получить, типа... Ну, то, что я радио могу все разрушить. Но, ладно. А, вот здесь... Вау, здесь дверь человеческая. Ну, конечно, ее нельзя открыть. Как всегда. А, точно, на чем я остановился? Я должен что-то там пройти. Чё? А, вот сюда? А, сюда нельзя ставить? Ну чё, совсем что ли? И как мне-то... А, ну опять вот так. Не, вроде реально, я не знаю, как это говорить, и еще что комментировать, если вы все и так сами как бы, ну, видите. Так-с. А здесь, получается, нужно опять поставить куб. Так, прыгаем, значит, вот так. Что здесь? А, турели. О, господи. Вот это я понимаю. Задание. Как мне... Что мне вообще здесь надо делать? Здесь он как-то летает куда-то. Он же пробил эту дыру. Я хочу сначала вот эту турель сраную уничтожить, но я не могу этого сделать. Бля, как же долго здесь всего этого ждать? Так, ну давайте пока что я уничтожу первую. Ай! А! О, смотри, здесь можно что-то нажать. А, так. Блин, тут еще и на время. Ну, совсем что ли? Как мне... Так, смотрите, оно, получается, летит вот сюда. Да? Оно летит вот так, потом влетает. А, опять я микрофон забыл включить. А, ну, короче, я понял, нужно, вот смотри, она влетает вот сюда. Все. А. Все, я сохранил игру, потрясающе. А теперь нужно, получается, сделать... А, блядь, это перспектива. А, нет. Пожалуйста. Так, смотрите, нужно, значит, выбрать... вот чтобы прямо оно было рядом с турелью. Напротив прям нее. Тогда, возможно, что-нибудь получится. Ну, как-нибудь, как-то вот так. Всё. Как же это все долго происходит. Я ее не сбил, я ее не собью. Сбил. Сбил. Минус один. Теперь вот сюда должно влететь. О, минус второй. Но не минус третий. Так. Минус третий. Так, теперь осталась вот эта вот одна вот такая вот. А, фу.
Но здесь уже ответ лежит на поверхности, как стрельнуть. Бля, а пусть она саму себя убьет. Или она на кого вообще смотрит? А, ну сейчас на меня будет. А, все, минус четвертый. Батиха. Поскольку я избавился от турели, теперь я смогу наконец-то... О, нажать ту кнопку и вообще как-то к этому кубу попасть. Вот так. Так, что она активирует? Что, для чего это? А, это чтоб к кубу попасть. Бля, как мне это сделать? Так, смотрите, вот так, значит, стреляем. Потом прыгаем вот сюда. Давай. Нет. Во, все. Что-то вообще изи как-то. Так, теперь его, получается, нужно к какой-то кнопке донести. Его куда-то поставить. Вот только я не знаю, куда вообще, зачем он мне нужен. Точно, вот это же выдвигается, да? Вот это я просто... Все. Все, я добыл куб. Теперь его ставим вот сюда. Все. А как только... А как теперь только мне попасть туда? А. Где я? А, вот все. Все. О, что ты такое? Что, как тебя это самое... А. А, это просто паркур, что ли, такой? На плиточках, да? Типа я вот так лечу. А, ну смотрите, я, значит, прыгаю вот... я прыгаю вот сюда вниз. И потом, когда я вот так поставил портал, я просто вот так лечу, получается. И потом... что, это надо как-то... Порталы, что ли, чередовать? Вы серьезно? Фу. Реально! Их надо чередовать. Вот это... А! Где... Нет, где я? Как мне? Все, я понял. Да, я... Что? С неизолированными электроприборами, что в определенных случаях может представлять угрозу для жизни. Для получения более полной информации посетите наш экспериментальный семинар. Да-да, обязательно, обязательно. Обращению с электричеством. А, не, я падаю? А, нет, просто мы... Ну, уже час 17, я думал, это растянется несколько дней. Все, это финал. Финал портала. На смотрим, одна серия была, что просто пройти второй портал в коопе. Одна серия была час 16. И то это смонтированная была. Так, это что активирует? Зачем это за... А чё так мало? Мне еще интересует, как мне туда попасть. Вот это что, как к этому? А-а-а, мне туда нужно попасть, чтобы вот... Чего? Так, ну, во-первых, можно поставить портал вот здесь, я думаю, это и нужно сделать. А куда оно уже улепетало? А, я попал?
как? Я как-то даже что-то проморгал. Так, это мне что-то дало. Это мне дало вот эти штуки. Подожди. Подождите, я опаздываю. А, не-не-не-не. Я в последний момент должен. Все. Так, уже 1:20. Меня не знаю, как у вас. Нет, куда? Куда? Теперь она там тусит. Все, теперь она мне не навредит. Все, это просто было, я буду надеяться, как испытание. Да я могу даже вот так. А! Нет, ты уходи, ты не входила в мои планы. А, да, кончено, кончено. Давай. Все, все. Ура! Все приборы лаборатории порталов выдерживают температуру до 4000 градусов по Кельвину. А можно хотя бы по Фаренгейту, я не знаю. Оборудование не выйдет из строя и не причинит вам вреда до того, как вы торжественно обратитесь в пепел. Благодарим за участие в экспериментальной компьютеризированной программе обогащения опыта. Ахуй тебе. А я сейчас...